Я чуть-чуть улучшил стрим. Правда. В Гугле, если ты просто ищешь Джо Валентайн, во-первых, он дает очень мало результатов. Ну, в картинках, типа, что там, две страницы. И типа годного подходящего там очень мало. Я бы даже сказал годного или подходящего. Потому что в это входит вот та предыдущая пикча, как бы. Если что. Держу в курсе. Сейчас собака даже не тявкнула. Ой. Да сложно ходить. Невозможно ходить. Блять, мы дело сдох ведь. А, ну я с дробовика в него шмалял, конечно, он сдох. Я не помню, зажигалка ведь в соседней комнате относительно карты над камином или нет. И она открывается ключом с латами. Вот сыворотка. Ричард, держись. Сейчас я сделаю тебе укол. Джилл, вот моя рация. Так, запись идет. Возьми ее, я... Идет. Изи. Полезно. Нет, Полезно Ричард. сбегал. Джилл, будь осторожна. Будь осторожна. Же, я не в курсе, его можно засейвить? Пойду сдохну, короче. Сори за звуки ВК, какой-то даун спамит. Ёп! Подожди, вот это что такое, я не помню. Тут даун будет за дверью. За шкафом, в смысле. Сколько я помню. А это что за хуйня? Ходить невозможно. Лента? Все как заказывал. Подожди, тут же будет даун? Нет? Ну, заебись, еще лучше. А-а-а! Ладно. Подсвечники, мне нечем зажигать. Пойду фидить змея. А. Все проще. И не пойду фидить змея. Ок. Может, все-таки похилиться этой зеленкой. Ладно, у меня пока есть место, возьму, если не будет места, похилюсь. Идеальный план.
сука, разумом задавил. Интеллектом. Соло. Так, как говорится, кого? Нет, меня смущает, как там вот хуйня частично упирает. Да и бомба. За стеклом что-то лежит. Кайфская. Тихо! Да тихо! Ну тыкай. Ой, я сейчас сдохну. Скринь. Да нет, вроде живой. Заебумба. Блин. Бежать не в сторону карты. Почему бы и нет? Кстати, могу себе позволить сдохнуть нахуй. Понятно. Да за шо? Все-таки здесь. Ну, я помню, что где-то близко. Но... понятие где-то близко очень расплывчиво. А, охуенно я... здесь нельзя объединять, очевидно. Nice manager, ты не зря. Бля, он мне даст мне пробежать ведь? Блин, слева или справа? Ебать! И слева, и справа, нахуй! Что? Ты же один был, нет? Вот это прикол. Это письмо, начало письма отсутствует, далее следует. Да, я заразился. Все, что я могу, это задержать развитие болезни на несколько дней. Больше всего меня пугает, что я начинаю забывать тебя. Во мне с каждой минутой все меньше и меньше остается человека. Поэтому я предпочитаю предпочел смерть жизни зомби. Скоро я засну вечным сном. Надеюсь, ты сможешь понять меня. Прощай навсегда. Твой Мартин Крэгхорн. Наверное, я не совсем удачно подобрал интонацию. Хотя... здорово. Так, еще помнить, кого куда. Того не туда. Дальше места у меня все еще нет. Не, не хочу все-таки на желтых похириться.
А, не. Оп. Мизантроп. Хера, у меня сейчас ленты будет. Так, так, тихо. Не, наверное, я скину... Блять, может что-то мудака с дробовика как-нибудь? Хотя, нахуя. Я просто... Ладно, я в любом случае карту возьму и проверю, что в комнате. Так, мне нужно собрать траву и херню, которая мне очень не скоро... А, к слову, насчет травы. Бля, а может тогда сожрать? А может тогда еще сбегать, зажечь подсвечник? А, ну здесь бытовой шлем. Не, не хочу. Да, тогда сбегаю, зажгу еще подсвечник. Чекну, что там. А там, мне кажется, патроны для дробовика. Ну, выйди. Потом в сейв-рум и сейвнусь. План более чем идеальный. Так, погоди, мне типа... Блять. Ну нет, здесь большая комната, да. Я, кстати, здесь... Нет, хуйню подобрал. Блин, можешь убить этого челика, он когда-нибудь меня сожрет нахуй. Вот особенно вот когда FPS проседает при переходе между этими камерами. Пиздой пахнет сразу. А, еще лучше. А мне вообще это нужно? Здесь только это говно лежит? Как бы возникают сомнения. Пошел вон. Это сложно жить, существовать, что-либо делать. По времени.
15 минут только. Красиво. Правда, я хочу еще собрать мусора и потом только сейвиться. Звучит довольно разумно, кстати. Так, что там? Две травы, которые я объединю. Какая-то хрень. И все. А, ну я дробовик хотел выкинуть. Хотя места мне хватит, я пока не буду его выкидывать, мало ли что произойдет. А, ну если разворачиваешься, пацан. Так. Сюда, кажется. А, к слову, о чем-то произойдет. Вот как мне сейчас в правую комнату забежать? Вопрос. Походу, только через дробовик. Ну, не знаю, через постель, что не хотелось бы. Ну, кого что? Вот, что я люблю первую часть. Сравнение с третьей, например. Просто, блядь, идешь где-то в другую сторону, а двигает паха. А, паха. Двигает. Можно я обратно кнопку тыкнуть? Нет, ну, ладно. Надеюсь, больше ничего. Так, пацаны, давайте я попробую все-таки бежать как-то. Понятно. Бля, хотя... Один там ничего сделает. Одного-то я интеллектом задавлю. Извиняюсь. Все собрано. Ну что, погнали нахуй. Домой, тихо. Так и трава. И оставлю ее при себе, видимо. Кстати, на первом этаже случайно не ключ Блять! Кто вы ты? А, охуенно. А кто это такие? Зачем? За что? Почему? Как? Охуенно. Это просто охуенно. А можно вернуться? Квадрат, который не работал в меню. Здесь любую кнопку нажимаешь, вот когда в выборе сложности. Все, назад пути нет. Ты любую кнопку нажимаешь. Я тебя посылаю нахуй. Я нажал сброс, не продолжить. Алло. Алло. Чего? Чего нахуй?
То есть вот четыре кнопки, блядь, доставлены. Нажимаешь любую, он выбирает вот любую, сука. Здесь треугольник тот же действует нормально, он действует как отмена. Ну, есть, конечно, сомнения некоторые, то он должен ли быть треугольник отменой, но все же. И, кстати, насчет то, что квадрат бег. Блять, нечего выкинуть. Мне нужно столько патронов. Хотя в любом случае они будут валяться. Важно. А сейчас гавкнуло. Сейчас вот гавкнуло. Гавкнула. Сложно букву К произносить. Не, ну, такой бан века, конечно, шу, пиздец. Так, ну, в комнату с ребусом сейчас нет никакого смысла идти. Наверное, в комнату с подсвечником тоже? А, ну, комната с подсвечником где-то мудила, ладно. Ну, прям в саму комнату с подсвечниками я не пойду, а вот засейвить челика. В кавычках засейвить челика. Это святое. Вот сыворотка. Хуйворотка. Ричард, держись. Хуйчер. Сейчас я сделаю тебе укол. Он уже держится за плечо мертвое. Вот моя рация. Спасибо. Возьми ее, я. Головка от хуя. Нет, Ричард. Нет, пидорат, ответ. Будь осторожна. Окей. Будь ос... Обещаю. Старс. Ну, изи избавился от сыворотки. Можно идти дальше. Далеко пошел. А можно не по 7 патронов принимать, а, ну, чуть меньше хотя бы. Хотя бы чуть-чуть. Блять, на самую пизденку меньше. Интересно, а тут. А, нет. Ну, самое перспективное все-таки в эту комнату забегать. Наверное. Ну, может даже к лучшему, что я сдох, теперь более эффективно иду.
как рашу вперед. Бам, нахуй. Да, мечта. Ебать, она сама чуть не обоссалась. А, там завещание было. Ну, анальный порядок, так шо. Стоп, мне место осталось. Пош! Как сложно с кривыми руками существовать. Хуя не осталось места. Засейвится или сдохнет нахуй? Я думаю, выбор очевиден. Сейчас скажите еще, триггер нарез этих долбоебов не то, что я захожу-выхожу из комнаты, а то, что, я не знаю, в сейф-рум спускаюсь или... А, понятно. Блядь. Я ж пробегал мимо него нормально, в чем проблемс? Да не просмотреть, блядь. Теперь я хочу вернуться в третью часть. Нет, к счастью. Сейв пусть. Ну, собрал траву, сажал траву, чё уж там. Да? Так, а есть мне смысл сейчас сейвиться тогда?
Сейчас сдохну. Подобрать мне траву. А, там подсвечник это говно. Сейчас хватает на них. Ну, я тогда, наверное, туда сейчас пойду. У нас есть два дебила. Как-то их по очереди голову отстрелило, я ж, блядь, в первую микросекунду просрался, что мне пизда. Ну, кстати, какую траву я не подбираю, потому что... потому... Тут еще лента. Обернуться бы лентой в твоих волосах, путь тебе до рассвета, не ведая страх. Так, тут в шкафу патроны. Зе-бумба. Да, минус травашу. Какой же тут кайфный радиус подбора. Тупо игра для спидрана сделана. Ну и как бы там что-то претензии к скорости бега. Если учесть, что в трёшке Джилл по городу, блядь, бегает. Претензии звучат как хуйня. Там тупо карта больше. Здесь же нихуя, да. Блин, а снизу я забыл чекнуть, что за... Блин. Скорее всего, не латы, но... Или не скорее всего, и по факту латы. Правда, не последние. А, ну тогда есть смысл заходить в эту комнату? Абсолютно никакого смысла. Пока. Bye, happy beautiful time. Блин, пытаться сагрить того челика сюда. Хорошая попытка, кстати. Понятно.
Алло, что? Понятно. Ты что, мешаешь мне? Ты что, быдло? Вот этот пиксель хайдинг, конечно, смущает. Тупо на 3 пикселя не додвинул, пиздец. Сейчас передвину. Нет. Ну, зайдем бы. Насколько мне нужен дробовик сейчас? Ну, на самом деле там патроны для дробовика, я так понимаю, будут. И же не переложили? Это было бы не очень хорошо с их стороны. Найс спанк стал. Сука, ты там опять по одному слову мудила пишешь? Да... Не, вот здесь хуйня выглядит как... Сколько у меня? Зеленая. Ну и... Так, где это? А, это хуйня мне... Наверное, пона... А там открыто вообще или как? Чешок. Ладно, заебись, сейвимся, видимо... А. Вернуться бы лентой в твоих волосах, и тебе до рассвета, и до страх. Черный экран все это время. Блядь! Блядь! Ну, сори. Что я могу сказать? Я никак это не перезапишу. Я сейф туда же засунул. GG.